Всем привет! Лазерный проектор Big Dipper К1000. Не про версия. Честно сказать, это самое. Я даже не думал, что такой существует, потому что это самое. Видел только про версию. И не нашел, кстати, никакой информации на нем в интернете даже, что такой вообще может продаваться. Вот как-то так это самое. То есть данный проектор, его нельзя подключить к льда. Только к DMX. Честно сказать, я не знал, что он такой же здоровый, как и Pro-версия проектора Big Dipper К1000. Вот так он выглядит сзади. Да, купил данный прибор на Авито. Авито исполняет все мои идиотские мечты. Спасибо, Авито. Не реклама. Да, но тем не менее. Я сегодня... Мы его разберем. Я покажу, что там внутри. Я, конечно, буду его разбирать с целью наладить лазерный модуль, либо заменить в нем что-то. То есть, я так понял, там сбилась оптика. То есть, он светит очень тускло. Ну, вот сейчас, конечно, еще покажу про версию, в чем они вообще отличаются. Вот. Вот этот лазерный проект Big Dipper К1000 Plus Pro. Вот есть так. Посмотреть. Это самое. Выглядят они почти одинаково, но разные. Вот Pro-версию, ее можно подключить к контроллеру льда. То есть узоры программировать. Это самое, и все такое. Конечно, геморроица, но что же сделаешь. А вот это его, конечно, нельзя подключить. Потому что он не Pro-версия. И он на шаговых моторах. Вот этот модель. То есть, а вот этот на гальванометрах. У него сканер на гальванометрах сделан. То есть, он уже может довольно-таки качественно воспроизводить лазерную графику. Там рисунки какие-то простенькие, анимацию и все такое. Это, конечно, он такого не сможет сделать. В основном геометрия. Вот про версию будет длинный ролик, это самое. Потому что данный проектор... является мой, так сказать, моей мечтой детства, которую я приобрел, можно сказать, только недавно. И все такое это самое. То есть, а в этом ролике я расскажу и разберу вот именно этот. То есть, это самое. Это ролик, он именно про него будет. То есть, сейчас я это отложу в сторону. И мы его разберем, вам я покажу, что там внутри, моим любопытным по лазерной технике. А сам, конечно, буду настраивать оптическую систему. Вот как-то так. Так, болтик я здесь уже открутил, и поэтому здесь все довольно легко снимается, чтобы не томить вас. Вот, я снял крышку. Сейчас я покажу, что там внутри. Так сказать, детально довольно-таки. Кстати, стекла здесь нету, как у Pro-версии. Здесь сделано довольно-таки все просто. Тоже лазерный модуль, но сканирующая система на шаговых двигателях стоит. Внутри, конечно, все буквально как у Pro-версии. Ну, про Pro-версию, естественно, расскажу в другом ролике, который будет длинный. Как это самое. Pro-версия лазерного проектора — это мечта моего 16-летия. Так. Так, сниму. И покажу, что здесь вообще такое. Лазерный модуль стоит. Шаговые двигатели. Кстати, почему-то пластмассовый, хоть данный проектор и древний, как говно мамонта. Да, спрашивайте, кому нужно, можно сказать, такое говно? Отвечу, мне нужно. Ну, и, возможно, таким же любителям, как я. Так, ну, давайте посмотрим, что здесь хоть за контроллер стоит. Поближе так подвину.
На контроллере уже есть диодный мост. Микросхема название Fitnet какое, но какая-то древняя. Да, вот так называется. Так, какой-то микросхемы нету почему-то. Фиг знает почему. Вот такой здесь контроллер. Так, сами, конечно, шаговые моторы. Это плата DMX. Вентилятор. Так. Вот, еще вот с этой стороны покажу. Так, а блок питания здесь, конечно, трансформаторный. Потому что, ну, я же говорил, то, что он старый довольно-таки, старая эта модель. Он сейчас такого размера не выпускает уже здорового, тем более на шаговых моторах. То есть, это драйвер лазерного модуля. Не знаю, конечно, 110 мВт, не 100 мВт. Потому что он светит тускло довольно-таки, это самое... Разобрал его с целью ремонта, так сказать. Ну и чё ж, давайте вот с этой стороны сейчас еще вам покажу, и мы его включим. Вот так он запускается. Честно скажу, узоры здесь, конечно, не яркие, поэтому тест будет, так сказать, можно сказать, либо в конце ролика, либо отдельно будет просто. Вот так он работает. Честно скажу, не яркий, потому что сломанный, так сказать. Ну, либо может быть сам. При доставке где-то его уронили, избилась оптика в лазерном модуле, либо кристалл, либо линза, либо он уже подсевший. Но это я все разберусь, естественно, и покажу. То есть вот как-то так. То есть, давайте. Что ж, наверное, всем пока, что ли. Всем до свидания.